народ. Вам Создатель говорит, как и что делать, чтобы спастись, чтобы жить хорошо, чтобы жить в любви, наконец, чтобы каждый получил то, что хочет, и каждый, чтобы жил, как он хочет. Вы же все давно этого хотите. Так в чем проблема? Вот вам пришло. Бери свою жизнь, свою настоящую жизнь, а не чужую. Берите свою жизнь, наконец, и начните ей жить. Вот так.